Я-то думал, что в действительности Российская Федерация несет какие-то там благие намерения по, ну, допустим, присутствию там на территории Украины и действительно защищает народ. Ну, приехав туда, осознал, увидел, что в первые же дни я понял, что происходит, и как-то начал искать варианты, как оттуда убежать. Я уверен, то, что многие имеют такое же мнение, как и я. Мои бойцы, с кем я общаюсь, продолжаю сейчас общаться, которые находятся по домам, сейчас сидят, многие сожалеют из них то, что там оказались, и все имеют такое же мнение, как у меня. Вообще, существование группы Вагнера внутри страны — это очень серьезная, это грозная вооруженная группировка, которая также может выступить и в один прекрасный момент против Путина.